суду не подсуден, если с хорошей вестью он. В этом дому нам сказали, красавица живет, обладательница золотой даты. Вы обладательница? От самой Кубани дары вам. Это платок и костюм традиционной казачьи. Гусарики, чтобы ноженьки не замерзли. Шлычок тоже на голову, чтобы покрыть красиво было. Вот. Вы пройдите в свою палату, да оденьтесь, облачите во все казачье. Я должна одеться? Да, сюрпризы начинаются. Это собирайте, собирайте, братец, такой подарок вам ушутил. Как раз с тех краев Кубани. Yeah.
напилася, спала, спичи убилася, а таки я хвоста виля, а та індя, шиндя, бриндя, а та гуся, сюся, а та качка, ка-ка-ка-ка, а той петух, граматух, а та курка, щебатурка, моя курочка. Как инструмент этот называется? Верно. Ну и теперь спрашивайся, как его берут? Казачка любая знает. Состоим из четырех прославленных родов. Это вот Забара, Науменко, Давиденко и Беспалы. Это действительно те люди, которые пришли от Екатерины на Кубань. У нас сохранились, начиная с 725 года, все исторические документы. Ну, на основании чего мы сейчас пишем книгу эту. Вот. И, значит, на сегодняшний момент те колокола, которые были установлены когда-то в Екатеринодаре, ну и в станице вот Новомихайловской, на нем было написано «На колоколе сия колокол был подготовлен, изготовлен на деньги за атамана Забара», ну то есть одного из Забара. Потому что когда Екатерина собрала сход и говорит, дайте кто сколько может на колокола, он говорит, я готова платить за эти колокола при условии, что будет моя фамилия. Один из других потомков рода Беспалый, он был последним атаманом станицы. Ну, к сожалению, потом репрессия. Очень много людей погибло, очень много бежали во Францию, там погибли. То есть, ну, в принципе, то, что осталось, это вот прям крупицы. У нас огромнейшая книга уже, которую мы готовимся вот уже в декабре, наверное, будем издавать, но это прям... Хабаровский или там? Нет, или мы будем издавать здесь Хабаровский, конечно же, но все это отправим снова в Краснодар. Потому что мой брат, он является председателем попечительского совета именно на Кубани, да, у него там очень большая такая огромная деятельность, вот, ну, естественно, мы являемся прославленными казачьего рода, да. Вот. И у моего брата даже есть грамота, которая его наградила, последний представитель рода Романовы, который живет сейчас во Франции, да, вот у него есть эта грамота, ну, потому что он является, очень много делает для казачества, они восстанавливают и церкви, и, в общем-то, весь наш род. Вот, это такие великие фамилии, которых, ну, это на Кубани, просто здесь в Хабаровске о них никто не знает. Мой дед писал о своем деде книгу, и эту книгу совсем недавно ее нашли. Ее нашли, она рукописная, и вот сейчас мы эту книгу пересдаем, и плюс еще, мы нашли, у нас есть удивительный самовар, к сожалению, не могу ничего здесь показать, я не готова вам это все показать. Вот, значит, самовар, который в 1890 году вся семья Забара сидит у самовара, пьет чай. А потом, когда началась революция, репрессия, прошло 80 лет, этот самовар был утерян, люди разъехались, и мой брат спустя 80 лет где-то в Самарской области нашел по четвертой линии этих потомков, приехал к ним домой, и они снова сели за этот же самовар пить чай, и он действующий, представляете? То есть, и там вот, ну, там очень много таких вещей, прям вот реликвия, которые, к сожалению, очень много утрачено. Ну, в общем-то, мы очень... Ну, вы молодцы, по крупинкам, все это собираете. Да, у нас мой брат живет именно в этой станице.
Я помогаю. Размеры снимай, что-то плохо снимай. Ну что, тоже хорошо. И это необходимо. Когда мужчина на руле, это же хорошо. Да, потому что я не поняла, что зачем размеры все снимали. Не, ну угадали. Вот я сейчас смотрю, вообще очень хорошо угадали. Были в Иордании, и там немножко килограммов нарастили. Так вы сейчас почаще с коромыслом. А, да. Повод отправляйте. Я, ну, во-первых, очень тронута, все это крайне неожиданно, и, наверное, я не совсем, наверное, если бы мне сегодня именно был день рождения, я бы по-другому это воспринимала, честно. Вот, но я хочу, конечно же, сказать большое спасибо всем своим близким, потому что у меня брат, он удивительный человек, все это сделалось благодаря ему. Он поднял все эти документы, на протяжении 18 лет он рылся во всех архивах, архивы, которые уже давным-давно потеряны, но он все это нашел. До сих пор, на сегодняшний момент, у нас есть кладбище, на котором захоронены мои прадеды. То есть первые захоронения на нашем кладбище были сделаны 150 лет назад. Мой брат полностью занимается, ну как бы, поддерживает это кладбище, это семейное кладбище, которое, ну это прям реликвия, да? А, вообще станица, там такой уклад, в нашей станице, что там очень хорошо чтят все эти, в общем-то, реликвии наши, да. Я хочу еще раз, наверное, сказать спасибо своему отцу. Вообще, я только что мы приехали с Иордании, вот, и моя мечта была в 50 лет, наверное, занырнуть в реку Иордан, чтобы, ну, как бы, омыться, очиститься. Так вот первое, когда мы приехали в город Мадоба, город, это церковь Святого Георгия, и там стоит животворящая икона Божьей Матери, миротворящая. И первое, что я сделала, когда оставила свечку за своих усопших, то я ее поставила, перечислив при этом имена всех своих покойных прадедов, которых я знаю, в общем-то, на сегодняшний день до шестого колена. И, наверное, все, что мы делаем здесь в жизни, и я благодарна вообще своему великому роду за то, что они есть, и за то, что они дали, в общем-то, нам эту жизнь, да, пройдя через, мы историю очень хорошо знаем, пройдя через лагеря, пройдя через войны, пройдя через ссылки, люди вынесли, и люди сделали столько, это не просто слова. Когда я вчитываюсь в истории своих предков, когда я вижу их фотографии, да, я заглядываю в свои глаза, мне кажется, что многие подвиги, многие вещи, которые я сейчас делаю, я только благодаря делаю всем своим предкам, которые когда-то это сделали, да, вот, и, ну, к сожалению, сдерживаю слезы. В общем-то, я благодарна, что я из этого великого рода, и судьбе, и вообще всем своим. Ну, есть еще такой один момент, один такой скромный момент, когда-то мой прадед, находясь на войне, на крымско-татарской войне, он в плен взял дочь одного из атаманов турок. И потом на ней женился, то есть было какое-то очень маленькое смешение крови. И сейчас, когда мы, находясь, в общем-то, в, скажем, в арабском мире, да, и мне так настолько это было все приятно, я думаю, господи, что ж они мне так нравятся? Я поняла, почему, потому что, наверное, кровь говорит о том, что они, в общем-то, такие свои близкие. Вот, ну еще раз спасибо, конечно же, я много говорю, потому что волнуюсь. Вот, и, конечно же, спасибо моим близким, спасибо моей маме, мама моя до сих пор жива, вот, спасибо моим племянникам, невестке, и вообще я всех люблю, спасибо вам большое за ваш сюрприз, он удался! Музыкальное поздравление, продолжаем! Казавая носила гроши для милого Варюши. Эй, я была ты, казавая носила гроши для милого Варюши.
кладовочке всегда водилось сало, чтобы шкварка всегда пеклась и готовилась. Ну а к этой шкварке всегда можно было бы и чарочку пригубить. Этот дом, чтоб был полон, всегда чтоб много было смеху, чтоб была гармония, чтоб был мир и лад. Мы с вами обращаемся. Тогда лучше еще по чарочке. Давайте. Где наши? Юбилеем. Или вам? Да мне, я за рулем. Что такое? Операторы же не за рулем у нас. А, за рулем. У нас две машины, да, нам надо. Можно теперь сказать, что спасибо кубаноидам, молодцы. Мы с вами, мы любим вас.